Насколько мы понимаем, в США и в Вашингтоне услышали и послание президента Федеральному собранию, и услышали дальнейшее пояснение главы российского государства о том, что Россия не намерена втягиваться в новые гонки вооружений. И в данном случае, опять же, было отфиксировано, наверное, согласие двух лидеров в ходе разговора о нежелательности, скажем так, каких-то гонок вооружений.